Как прошла тренировка, над чем занимались? Да, в принципе, все обычно прошло. Раскатка, предыгровые упражнения, поборолись, там, раскатились и большинство отработали. Ну, матч с Кунюевым особенный будет для тебя. Насколько свежие воспоминания? Первая шайба дебюта КХЛ была именно туда. Да, как бы, ну, приятно все равно, но уже забыли и двигаемся дальше. Сейчас главное побеждать и чтобы команда выиграла. Ну, не так играет в агрессивной манере, в цепкой. Насколько готовы к стычкам, дракам? Да, если, блин, потребуется, конечно, всегда готовы вступиться за партнера или за себя постоять. Календарь в этом году непростой, было 5 игр подряд и пару дней на восстановление. Как провели, как самочувствие? Да, отлично провели, 2 дня отдохнули и потом собрались, ну, потренировались так же, все как обычно. Поэтому все отлично. У Томи Ламаса сегодня день рождения. Да, поздравили его сегодня, постучали клюшками по льду. Хотели подарок подарить, но галстук не купили. А какой будет подарок тогда? Победа? Победа будет.